Депутаты Горсовета из Комитета по социальной политике осмотрели Центр добропроизводства «Безопасное детство». Направлений здесь много, например, профилактика дорожного травматизма и пожарная безопасность. В наш учебный кабинет, где мы занимаемся пожарной безопасностью. Также по расписанию ведется по программе «Чистая планета» по УКР. Мы выиграли грант по УКР «Успех каждого ребенка». При этом безопасность в разных ситуациях отрабатывают не только в теории, но и на интерактивной практике. Правая крайняя полоса. Я здесь объясняю, как дети должны правильно ехать, вести себя на дороге, на проезжей части именно. Ну, поехали. Здесь сразу отрабатываем знаки. Сейчас в центре суммарно обучаются почти 3000 воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет. Здесь же депутаты выслушали доклады от Комитета по образованию администрации Улан-Удэ. Затронули тему электросамокатов. Сейчас их в городе больше 1000. Дети все-таки находят пути доступа, используют электросамокаты, но не всегда владеют навыками движения. У нас нет специально отведенных для этого дорожек. Соответственно, попадают в дорожно-транспортное происшествие. Но главная проблема – нехватка площадей. У центра 3 филиала в разных частях железнодорожного района. Хотелось бы, чтобы это все было где-то в одном месте, чтобы рядом был автогородок, могли бы сделать. В планах вот у нас развитие мастер-плана города. Тут тоже у нас есть предложение, что надо предусмотреть и для нашего центра где-то подыскать помещение. Желательно где-нибудь в центре города. Кроме того, у центра в планах появления нового направления, связанного с антитеррором. Для этого планируют выделить отдельную ставку. Дурсибданов, Сарюна Анзатова, телекомпания АТВ.